Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 марта. Память преподобного Павла Исповедника. Святой Павел был епископом города Плусиады, в то время, когда возникла в церкви ересь иконоборцев. Видя, как противники святых икон неистовствуют против веры Христовой, как они извращают установление святых апостолов, какое пренебрежение оказывают честным иконам, какие хулы произносят на них. Преподобный выступил против них, как победоносный воин Божий, и как стрелами поражал их словами божественных писаний. За это он претерпел преследование, изгнание и всякие напасти в жизни. Среди таких доблестных подвигов он и предал с миром дух свой Господу и переселился в горнее, столь возлюбленное им царство. Преподобный Павел скончался около 850 года. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.